игралась. Два сезона она игралась. Вот это был последний сезон, игралась по такой. А сейчас Теока, потом истории. Теока бьет и забивает! Вот это удар! Пробить Ману! Это фантастика! В ближний угол! Нойер не верит, что такое произошло. Теока собрал всю свою злость, всю силу, всю досаду. Смотрите, что делает Теока с угла, с такого. Я видел это только, как добил так Андрей Тихонов с подъема. Просто влепляет мяч в ворота, чтобы Нойер пропускал такие мячи.